Путешествие, как самая великая и серьезная наука, помогает вновь обрести себя. Доверьте свое путешествие профессионалам. Ваш спутник Гермес. Как важно, отправляясь в отпуск, быть уверенным, что все пройдет успешно. Хочется знать максимум информации, насколько комфортным будет проживание, приветлив персонал и интересна программа. Именно для этого компания «Спутник Гермес» устраивает «Дни открытых дверей». 21 мая постоянные и потенциальные клиенты вашего спутника посетили первый день открытых дверей. Познакомились с кораблями Петр Алабин и Василий Суриков. Каждый год компания проводит Дни открытых дверей. Оно направлено для того, чтобы туристам, как новым, как и постоянным туристам компании, показать корабль с новой какой-то стороны. То есть, естественно, за год на корабле многое меняется. Проходит корабль модернизацию. Много делается для того, чтобы туристы пришли в обновленные каюты, на обновленные палубы. Значит, меняется программа, меняется, естественно, подход компании по экскурсионной программе. Поэтому все это на Дне открытых дверей мы рассказываем нашим любимым туристам. Это настоящая встреча старых друзей. Многие, кто присутствовал на мероприятии, уже не раз отправлялись в путешествие вместе с вашим спутником Гермес. И эти дни в их памяти останутся надолго. Со спутником Гермес мы путешествуем 10 лет. Очень довольны. Первый раз попали в эту фирму чисто случайно, нам понравилось, и все последующие годы мы выбирали только их. У них и скидки пенсионерам, и на детей, и для постоянных клиентов скидка, даже, по-моему, 15% сейчас уже стала скидка. Ну, естественно, конечно, как только начинается уже новый сезон, мы уже стараемся постоянно, мы уже стараемся уже в октябре, в ноябре до Нового года, мы уже стараемся свои каюты выкупить. Впервые в Самаре. Теплоход премиум-класса Василий Суриков. Этот комфортабельный красавец поразил всех пришедших своей мощью. Еще бы! Для размещения туристов предусмотрены 1-, 2-, 3-местные каюты, расположенные на средней и главной палубах, а также 4 каюты полулюкс. Сегодня в Самару пришел новый корабль, теплоход Суриков, в который будет в Самаре работать 3 навигации. Корабль очень интересен по своим каютам, по разнообразным мероприятиям, навигацию 2015 года, по маршрутам. Значит, это корабль единственный из теплоходов, представленных на самарском рынке, который навигацию 2015 года гарантированно будет ходить июнь-июль месяц по Волге, вверх по Городцу, до Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля. В каждой каюте обзорное окно, душ, туалет, кондиционер, фен, встроенный шкаф. Путешествуя на этом теплоходе, вы не только будете наслаждаться сменой пейзажей, но и комфортабельными каютами, в которых приятно находиться. Сам теплоход, вот этот новый, вот у них мне очень понравился, шикарнейший такой теплоход, уютный, красивый, ну шикарный, очень красивый. К услугам туристов – ресторан, панорама-бар, музыкальный салон, мини-бар на открытой палубе и киноконцертный зал. Кроме того, всех туристов, которые выберут Василия Сурикова в качестве места проведения своего отпуска, ожидает музыкальная и развлекательная программа от самых веселых аниматоров. Нас пригласила фирма на День открытых дверей. Нам понравилось. Теплоход мы весь осмотрели, пролазили все от и до, везде побывали. Очень хороший теплоход. Надежный? Надежный. Отправиться в круиз на теплоходе «Василий Суриков» можно будет уже в ближайшее время. С 8 по 17 июня. Самара, Ярославль, Самара. Цены от 41,5 тысяч рублей. Чуть позже сможете совершить круиз до Москвы. С 17 июня по 1 июля. Цена от 64 тысяч рублей. Не обошли своим вниманием туристы и теплоход Петр Алабин. В навигации 2015 года он также представлен в компании «Спутник Гермес». День добрый, дамы. Просим вас. Спасибо. На борт. Каждому туристу, ступившему на палубу теплохода, провели экскурсию. Показали каюты категории «люкс», «одноместные», «двухместные» и «четырехместные» для больших веселых компаний. Здесь у нас музыкальный салон, где люди могут просто отдохнуть вечером. В этом году на теплоходе запланировано множество интересных мероприятий, как для детей, так и для взрослых. Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Волге с дискотекой.
Также на теплоходе «Петр Алабин» возможно отправиться в тур выходного дня. Виновка, Ширяево, гора Стрельная, Каменная Чаша. Все эти экскурсии туристы могли забронировать прямо на месте. Напоминаем, что для вашего удобства компания «Спутник Гермес» открыла дополнительный офис на речном вокзале. Здесь вы сможете получить всю информацию о навигации 2015 года и купить путевку в круиз. Вот, кстати, несколько актуальных предложений. С 4 по 10 июня совершите незабываемое путешествие по маршруту Самара, Нижний Новгород, Дивеево, Муром, Самара на теплоходе «Федор Достоевский» всего за 17 тысяч рублей. Также вы сможете отправиться в круиз на теплоходе «Федор Иванович Панферов» с 1 по 6 июня Самара, Нижний Новгород, Самара. Цена радует глаз – 16 400 рублей. Спешите! Что ж, подводя итоги первого дня открытых дверей, можно с уверенностью сказать – все прошло шикарно. Туристы довольны, а это главное для вашего спутника Гермес. Если и вы хотите познакомиться с теплоходами компании, не расстраивайтесь, возможность еще есть. 30 мая с 15 до 19.00 вас ждет теплоход «Валерий Чекалов», а 31 мая приглашаем вас на большой круизный праздник с 14 до 19.00 на теплоходе «Федор Достоевский» и «Хирург Разумовский». Путешествуй только с теми, кого любишь. Ваш спутник Гермес.